Привет, вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас, так что обязательно подпишитесь на мой телеграм, оставьте свои лайки и комментарии, и, конечно, загляните в описание, нажмите кнопочку «Еще» под видео. Сегодня у нас 8 августа, жара, отличная погода, сейчас вечер, 5 часов, температура воздуха 30 градусов. Народ купается, загорает. Температура моря 28. А мы с вами находимся на пляже Цирк в районе отеля Сан-Ремо на набережной Светланы. Народу полным-полно. Дует легкий ветерок. Прекрасная погода. Кораблики ходят по морю. Ни одного облачка на небе. Вдали парусная регата. Напротив центра парусного спорта. А там Адлер и Сириус. Народу здесь достаточно много. Вода прозрачная. Так и манит искупаться. Но я надеюсь, вы подписаны на мой телеграм и знаете, почему стоит искупаться в другом месте. А вдали вот гора Контрарио. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, оставьте свои лайки и комментарии. Ну и, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!